Смотрите сегодня в программе «Печорский калейдоскоп». Юбилейные медали к 75-летию Победы вручат 164 ветеранам, которые живут в Печоре и районе. Спортсмены Печорской районной организации инвалидов вернулись из Сыктывкара. Там проходили первенство по теннису и лыжным гонкам. Поплыли. Внезапная весна. Спасибо коммунальным службам. Изменения в федеральном законе о материнском капитале. Кто получит деньги? Эти и другие новости смотрите сегодня в 19:00 на канале Ю в программе «Печорский калейдоскоп».